9 спортпластовских чучел. 5 посадил, 2 здесь на траве, парочки на леске. По нынешним ценам 500 рублей, одна башка чучела. Конечно, дороговато. Ну, надо поле только найти, вот это ржаное поле, чтобы он жрал. Вот на овсяном его почему-то нету, а на ржаном он более активно движется. В качестве укрытия вполне достаточно вот таких кустов. Вот практика показала, что в принципе он не видит. То есть ничего специально строить не надо. Зашел туда, сел. Удобно. Ну что ты мимо полетел-то? Заворачивай, Не, не захотел, прикинь. Туда по прямой так и полетел. Концентрация хищника, конкуренция. Пугает голубя. Охота на вяхере. То немногое, что осталось в Московской области, просто не освоено еще. Тема интересная. С учетом того, что он улетает первый на перелет, как только скосит поле, он отсюда улетит. Сегодня 19 августа. Ну, вполне возможно, что если похолодает, он вообще оперативно отсюда свалит. Но пока ждем. Засада, обычные кусты придорожные, такие же, как и везде. Веточки немножко поломал, чтобы обстрел был удобный. Чучела. Единственное, сегодня выходные, конечно, плохо. Народ пугает его, может быть, он куда-то сбежал на другое поле. Но пока ждем. Обнаглевшие мыши. Единственный результат пока. Ломаю голову. Вот этот хлопец дикий он или нет. Будем советоваться с орнитологами. Пока в морозилку положим. Как бы это ни помойно оказался. Идеальный вариант, конечно, когда поле наполовину скошено. И там можно скрадок смастерить. Но, в принципе, вот этот вариант тоже вполне приемлем. Когда на дороге ставится какое-то количество и на деревья вешаешь, он видит его издалека, вот, и на дорогу садится вполне нормально. Ну, заворачивай. О, ну. Правильно. Два даже их, смотри. Ё-моё, толпа целая. Вот кривой дурак, а. Если есть неуверенность в своих способностях по поводу стрельбы, лучше, конечно, дождаться, чтобы он присел. А присаживается он почти всегда, если видит сородичей. Стадное чувство развито очень сильно. Поэтому, если в лед не сильно получается, лучше дождаться, он сделает круг, все равно сядет. Ну где же ты, голубь? Но лучше, конечно, не повторять чужие ошибки, напротив солнца не садиться. Не видать. Ну и основной закон, если вдруг сел, главное не шевелиться. Даже если стоишь и тебя видно, малейшее шевеление, сразу он улетает. Причем стартовая скорость бешеная, тяжело очень попасть. И вот в этой ситуации как раз вечная дилемма, дождаться, когда они сядут, или стрелять в лед. Но в этой ситуации они так и не сели. Хотя в лед было, стреляй не хочу. По центру поля сидеть вовсе не обязательно. Замечено, что ему интересно окраинки поля и деревья. Он перелетает с деревьев на дорогу. В центр, как правило, не лезет. Еще, конечно, ему интересен водопой. Должно быть какие-то лужи, ручеек. Вот здесь рядом озеро. Все условия для него созданы. Где же ты, вяхерь? Хищник опять летает.
Он мне, возможно, сейчас опять начнет нападать. Три. Сейчас будет атака. Было несколько нападений хищников с попыткой утащить чучело. Благо, они были безуспешны. Увидел, дурак. Хищников очень много, и он не дает никому спокойно жить. Да, при наличии этих парней, блин, на голубя надеяться не приходится. Нормально. Вот скотина сбил. Сожрать хотел. Когда стоим в скрадке, лучше стоять прямо у самой кромки и просматривать горизонт примерно на высоте деревьев. Выше не надо, потому что он выше не летает. Как только его заметили, назад и ждем. Зрение у него хорошее, он, как правило, видит чучело. Единственная однозначная проблема, которая присутствует при охоте на вяхера, это надо долго ждать, с учетом того, что мы в Московской области. Если мы были где-нибудь в Краснодарском крае, на зернохранилище, там, конечно, только жги патроны. А здесь полчаса, час может ничего не происходить. И как раз в тот момент, когда ты решишь чего-то там достать или чем-то заняться, он прилетит. Поэтому внимание, еще раз внимание. Сейчас ровно на то дерево, под которым находится скрадок, землило из голов 40 голубя. Глаза разбегаются. Очень хочется зацепить несколько штук одним выстрелом, но... Вот это круто было. Вот он. Ты готов? Готов. Красавчик. Вот это вяхер. Вот это настоящий вяхер. Красота. Здоровый. Ну что, вывод какой? На вяхере охотиться можно, но нужно его гонять. Вот у нас один гоняет на мотороллере, а второй стреляет, чтобы ему не давать засиживаться. Вот такой вот красивый вихерек получился. Еще одно ноу-хау, которое изобрели. В общем, если его не беспокоить, он будет абсолютно спокойно сидеть, никуда не перелетать. Если есть возможность кому-то проехаться на машине или на велосипеде, в нашем случае на мотороллере, по кругу поля, это здорово помогает. То есть его с места сбиваешь, он начинает мотыляться, и как раз здесь частенько происходят результативные налеты. Стреляем пятеркой. Логичнее было бы, конечно, семеркой, но на удивление живучая живность этот вяхерь. Сколько раз падает, он еще убегает, даже пятеркой, когда попадаешь в него несколько раз. Поэтому понятно, что если по месту попасть и семеркой, и девяткой он упадет, ну, что-то на пятерке остановился. Вот так. Вот в естественных условиях подломил немножко кустиков, чтобы был хороший обзор. В то же время можно чуть-чуть присесть, и нас не видно. Вылезли, лезли в лед. И чучела тоже видны. Да, вот эти ребята тоже не в тему вообще. Хотя, может, он их не боится. Каждый сходит с ума по-своему, это называется. Временами возникает соблазн, шутка, понятное дело, но, блин, все распугали гады. Конечно, многим будет охота на вяхеря импонировать своей статичностью, но через часок хочется уже куда-то сдвинуться. Но сидим, ждем по-прежнему. Чем-то охота напоминает охоту с подсадной. Смысл тот же, только селезень прилетает не на воду, а на землю. А суть абсолютно та же. Вот он, мега-вяхерь!
Ну, шутка, конечно. А вон и вяхерь один летит. Вон он, одиночка. Примерно вот так выглядит нычка. Этого вполне достаточно. Вот вариант крепления. Красиво сидит. Прилетели. Опять. Че не садитесь? Улетели. Попал. Давай, давай, заворачивай. Куда ты улетел? Вот он, красавчик. Похоже на чучело. Похоже. Такие. Зуб полный. Это пшеницы, ржи. По итогу два таких красивых голубя. Замечена интересная тенденция, что с 4 до 6 где-то он активно летает. А вот вчера сидели с 6. До сумерек вообще ни одного не видели. Видно, какая-то у них логика своя есть, куда-то они улетают. Вот, ну, охота удалась, хорошо, постреляли. Маловато, плотность маленькая. Это, конечно, не где-нибудь в Краснодарском крае. Так что можно в Московской области и на вяхере. Красиво сидят. Ну что, сворачиваемся. После 6 почему-то его вообще не видно. Домой. Всем пока. Вот такая болотина. За ней озеро. Тут типа речушка протекает, но еще пересохло. И рядом вот поле. Надеемся на бонус. На вечерочке утку свалить. Попробуем. В этот вечер с уткой совсем ничего не получилось. Но ничего, домой.